Правоохранительные органы страны строго контролируют число пассажиров в общественном транспорте. С самого утра на остановках стоят карабинеры, проверяют, как соблюдаются меры предосторожности. Всем жителям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом только в экстренных случаях, а в остальных ситуациях сидеть дома. Din condițiile care suntem la ziua de astăzi, din cauza coronavirusului sau COVID de tip 19, vă rugăm să stați acasă, să mai limitați ieșirile în oraș numai din strictă necesitate. Vă mulțumim pentru atenție, vă doresc o zi bună și numai sănătate. Водителей, у которых в салоне было слишком много пассажиров, предупредили и попросили серьезно отнестись к профилактическим мерам против распространения вируса COVID-19. У меня вот сутки мари до пассажиров. Ворон фрукт, лимитат фрукты до пассажиров. Уже еще вам дай дали мари. Я вам залег, лимитат фрукты. И спать и урген заправил. Что респекта здоровья керенцы. Мы нужны для протекции, кто не сделал. Ворон не проказ, мы нужны для протекции. Большинство пассажиров говорят, что используют троллейбусы, чтобы добраться до работы. Мертем ла сервичу. Сентем укратур медкать. Надо соблюдать меры карантина, сидеть дома. Ну, например, куда идете? Наша фирма закрылась, мы идем сдавать инструменты и едем домой. В Штицке есть пусы старые урченцы на Новинзар? Да. Почему стать оказа, то есть? Для этого требуется лукрем и лукрец на базе не продукте, а шаг ну плут ста касса. Однако среди пассажиров были и те, кто не спешил по делам, а решил навестить друзей со скуки. Масштабы карантина, который требует респектать. Чего стать заказ? Да, когда трибина. Ну, ам лукра. Где, где мерзите акума? Че мы на усцы, ла ум приятель. Asta cam e în afara măsurilor de carantină. Nu înțeleg, dar și să facem, dacă trebuie. Este pusă stare de urgență la țară? Adică sunt sau nu sunt? Știți dacă da, e... Da, știu, da, sigur, 60 zile, da. Și unde mergeți, de ce nu stați acasă? Вчера парламент объявил чрезвычайное положение до 15 мая в связи с распространением вируса COVID-19. В это время распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям являются обязательными к исполнению для руководителей органов центрального и местного госуправления, экономических агентов, госучреждений, а также для граждан страны и других лиц, находящихся на территории Молдовы. В настоящее время чрезвычайное положение введено в 12 государствах ЕС.